Кирилл. Вот он. Ну, не в этом здании. Короче, первый раз Володя Кирилл, значит, как-то мы пришли туда-сюда, вдруг море поднялось, штормить начало. Ну, мы сидим там, штормить начало, там кое-как всех своих повытаскивали, вдруг прибегают рыбаки с пирса и говорят, там кто-то тонет. Ну, значит, Кирилл с Раби, ласты в руки, бегут, прыгают за пирс, видите, правда, кто-то барахтается, метров 30 от пирса, понимаешь, 30 метров, он орёт, тонет, помогите. Кирилл с Раби к нему подхватывают его, тянут, он продолжает орать, я тону. Раби говорит, закрой рот, дурак, тебя уже спасают. Он и вправду успокоился. То когда они вытащили, видно было, оказывается, что он уже давно был без балласта, с надутым жилетом компенсатором, и 30 метров от берега он валялся, орал, что он тонет. Ну ты когда-нибудь такое видела? Ну полный дебил. Это не хохма, это у меня было на глазах. Здоровый мужик, 30 метров от берега, лежит надутым жилетом компенсатором, я тону. Вот, а больше у нас ничего интересного нет.